Подходит к завершению учебный год, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги организации питания школьников и студентов Ненецкого округа. Напомню, с января текущего года во всех учебных заведениях питание обучающихся стало платным, за исключением отдельных категорий граждан. О результатах введения нового механизма оплаты питания шла речь на круглом столе в администрации округа. Участие в заседании приняли парламентарии, руководители учебных заведений и представители общественности. По данным мониторинга, который провел Департамент образования, 33% окружных школьников и студентов питаются за счет средств бюджета, 40% – путем софинансирования, остальные 27% питаются самостоятельно. С момента ввода новой системы организации питания прошло 4,5 месяца. Подходит к завершению учебный год, поэтому народные избранники решили подвести промежуточные итоги нововведений. Вопросам организации питания было посвящено заседание круглого стола, инициатором которого выступил депутат регионального парламента, руководитель фракции ЛДПР в окружном собрании Андрей Смыченков. Эта тема чрезвычайно важная, которая находится на контроле у депутатов. Мы должны увидеть первые итоги, насколько эффективна данная система питания в округе, и увидеть уже результаты. Также мы рассмотрим, какие были проблемы, и попробуем решить. В 5-й школе с апреля текущего года введена в действие бесконтактная система оплаты горячих школьных обедов «Ладошки». Таким образом, школа стала пилотной площадкой нового для округа проекта. Система позволила произвести оплату школьного питания по индивидуальному капиллярному услугу в детской ладони. Денежные средства списываются с банковской карты родителей, которым приходят сообщения по электронной почте или смс-уведомления о том, что ребенок расплатился за обед. Преимущества проекта заключаются в отсутствии необходимости давать наличные средства на обед. Родители всегда уверены, что их ребенок получил горячее питание в школьной столовой. Кроме того, с помощью смс-уведомления они видят, что именно купил ребенок – сладости или горячее блюдо. Директор средней городской школы Юрий Канев на примере своей образовательной организации озвучил предварительные результаты введения нового механизма оплаты питания и обозначил одну из проблем, которая связана с обеспечением горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, которых на сегодняшний день в школе насчитывается свыше 50. Руководитель школы убежден, необходимо увеличить размер финансирования детодня. Дети с категории ВВЗ имеют право на двухразовое питание. И у нас, соответственно, выделяется на обед пока 50 рублей. Сумма, скажем так, незначительная. Вот мы вчера обсуждали эту тематику, что, конечно, 50 рублей накормить полноценным обедом весьма-весьма проблемно. И вот такое предложение хотелось бы высказать, чтобы предусмотреть возможное внесение изменений и с 1 сентября увеличить сумму на обед хотя бы там до 100-110 рублей. Что можно было бы кормить детей полноценным обедом. Заместитель председателя собрания депутатов НАО Татьяна Бадьян предложила для организации качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся увеличить долю продуктов местных производителей в рационе питания, а также уделила внимание вопросам повышения культуры питания. Нужно привлекать местных производителей для того, чтобы покупали и использовали продукцию, которую выпускает Вита, Солнышко, Хлеба, наш комбинат, мясопродукты. Хотя в отношении только мясопродуктов, наверное, это выполнено. А где же все другие? Может быть, и малый бизнес поддержать? Все замечания и предложения, отражающие позицию участников круглого стола, будут отражены в итоговом документе, который будет носить рекомендательный характер. Отмечу, что в текущем году на питание студентов и школьников в бюджете округа запланировано более 220 миллионов рублей. Из них порядка 170 миллионов на продукты питания, около 50 миллионов на содержание столовых. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».